С начала 2021 года активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» собрали свыше 100 старых автомобильных покрышек с контейнерной площадки в деревне Салманово и вдоль Минского шоссе. Все они отправлены на утилизацию в соответствии с экологическими стандартами, которые действуют в регионе. Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев призвал автомобилистов не выбрасывать старую резину, а доставлять ее на спецплощадке «Мегабак».